«Ночь машины» и «50 оттенков сплава алюминия». В Красноярске прошла автоночь на Кразе. Это новый формат промышленного туризма, но с соблюдением социальной дистанции. 12 легковушек и 35 пассажиров смогли заехать на территорию завода. Перед этим их авто обработали, пропустив через рамку дезинфектора. За 3 часа и 6 километров путешествия по территории Краза горожанам рассказали, как изготавливается алюминий и где его используют. Проверили, как соблюдаются меры защиты здоровья на заводе, а еще сами проверили замеры воздуха на специальном оборудовании. Не смогли оставить гостей без подарков, конечно, из алюминия. Прошу каждому взять на память по маленькому слитку металла, а я кое-что расскажу про этот слиток. Этот слиток не просто алюминия, который произведен на электролизере. Эти слитки произведены на электролизерах, которые сейчас находятся за моей спиной. Завершился вечер романтично. Под звездами на Кразе устроили автокинотеатры. Показали участникам экскурсии исторический фильм о работе завода. К слову, туры на Кразе уже стали традицией. Посмотреть, как работает завод и что он производит, ежегодно приходят более 500 человек. А в октябре в планах снова провести экскурсию «Инспекторро». Такой формат позволяет красноярцам самим стать народными контролерами и проверить, как сотрудники соблюдают все правила защиты окружающей среды.